время оно совется, париша все архиереи, старцы, Люстина, Иисуса, яко убите его, и связавши его, ведавши, предавши его Понтийскому Пилату и Геману, тогда, видев Иуда, предавы его, яко осудивши его, раскаявся, возврати 30 сребреники архиереям и старцам глаголя, согреших предав кровь неповинную, они же реша, что есть нам, ты узреши, и поверх сребреники в церкви, а ты идешь, это давися. Архиерей же, приемши сребреники реша, недостойны есть положить их в карвану, понежиться на крови есть. Совет же сотвориши, купиши ими село скудельничье, погребение странное, тем же наречеся село, то село крови до сегодня. Тогда сбыться реченный Римием пророком глаголющим, и прияши 30 сребреник цену цененного, его же цениши от сынов Израилев, и даша я на селе скудельниче, яко же сказал мне Господь. Иисус же, став пред Геманом, вопроси его, и Геман глаголя, ты ли си царь иудейский? Иисус же, рече ему, ты глаголиши, и гамнань глагол по архиереи старцы, не часо же от вещи ваше. Тогда глаголы ему Пилат, не слышишь ли, калика на тебя свидетельствуют, не отвечай ему ни к единому глаголу, яко дивитесь и Геману зело, на всяк же праздник обычай бей Геману отпущать единого народу связня, его же хотяку, и мяк уже тогда связано нарочито глаголем о Вараву, собранным же им речеем Пилат, кого хочете, от того я отпущу вам, Вараву ли или Иисуса глаголем ого Христа, видевши бо яко зависти ради предаши его, сидящий же ему на судище послал к нему жена его глаголющая, ничто же тебе и праведнику тому, много гост пострадав днесь во сне его ради, архиерей же и старцы на устиша народы, да и спросят Вараву Иисуса же погубят, отвечав же и Геман речи им, кого хочете от обою, отпущу вам, они же реша Вараву, глагол им Пилат, что оба сыновью Иисуса глаголем ему Христу, глаголуши ему все, да распят будет, и Геман же рече, кое оба зло сотворя, они же излихово пияху глаголющее, да пропят будет. Видев же Пилат, яко ничто же успевает, но паче молва бывает, прием воду умыруться пред народом глаголя, не повинен есть мат крови праведного сегого узрите, и отвещавшихся люди реша кровь его на нас и на чадик наших, тогда отпусти им Вараву, Иисуса же бив, принади им, да его пропнут. Тогда войны Геманова, приемши Иисуса на судище, собраша нам все множество воин, и совлекши его, одеяши его хламиду червленою, и сплетши венец от терния, возложиши на главу его, и трость десницу его, и поклонишися на колено пред ним, ругахуся ему глаголющие, радуйся, царю иудейский, и плюнувши нань, прияша трости, бияху по главе его, и да ругашись ему, совлекоши с него в багряницу, и облекоши его в ризу его, и ведоши его на пропятие, исходящий же, облитоши человека киренейского именем Симона, и сему задеши понести крест его, и пришедши на место нарицаемое Голгофа, еже из глаголема храниево места, даши ему пить отцы, жалчую смешен, и вкуш не хотящий питье, распенши же его, разделиши ризы его, верши же ебия, и сидящий стрижаху его ту, и возложиши верху главы его, вину его написану, сей есть Иисус, царь иудейский, тогда распяши с ним два разбойника, единого одесну, единого ошую, един же от обешенной злодею хулище его глаголя, аще ты иси Христос, спаси себе иную, отвещав же другие прищаши ему глаголя, не ли ты боишься Бога, яко в том же осужден еси, и мы оба в правду, достойное Бог по делу мною восприемлива, сии же не единого зла сотвори, и глаголоши Иисусове, помяни мя Господи, когда приидеши во царстве еси, и речи ему Иисус, аминь, глаголю тебе, днесь со мной будешь и в раи, мимоходящие же хулиху его, покивающие главами своими и глаголющие, разоряй церковь, не треми день, не созидай, спасите сам, аще сын иси Божий, снидися креста, так ожди же архиерея, ругащися с книжники и старцы и фарисеи глаголоку, иные спаси себе ли не может спасти, аще царь Израилев есть, да снидит ныне со креста и веруем в него, упова на Бога, да избавит ныне его, аще хочет ему,
речебо, яко Божий есть Сын, что жди же и разбойника распятая с ним понашаста ему, а шестак же часак мабысь по всей земле до часа девятого, а девятом же часе возопису с глаголом берем глаголя, или или масса уклони, еже есть Боже мой, вскую мя и се оставил, нет сей же от устоящих, слышавших глаголоку, яко ли или углашает сей, и обитек един от них, и прием губу исполнив же отста, и вонзе напрось напояши его, прочие же глаголоху остави, да видимаще придет Илья спасти его, Иисус же паки, возопив глазом, велем испусти иду, и все завеса церковная раздрася надвое, с вышнего края до нижнего, и земля потрясеся, и камень распадеся, и гроби отверзошися, и много телеса усопших святых восташа, и шедший из гроб по воскресенье его внедошев во святый град, и явишися мнозе, сотни же, и же с ним стригущие Иисуса, видевши трусы бывшие, убоящийся зело, глаголющий воистину Божий Сын бесей, иудеи же, пониже пяток бе, да не отстанут, на кресте телес в субботу, бебо велик день, тая субботы, молиша Пилата, да прибьют голени их и возьмут, и придоши же войне первому уба прибиши голени и другому распятому с ним, но Иисуса же пришедший, яко видишь его, уже умерши, не прибиши ему голени, но иди над воин, копием ребра ему прободи, обезведи кровь и вода, и видевое свидетельство истинное, свидетельство его, и той весть, яко истину глаголит, да вы веру имите, выше боси я, да сбудется Писание, кость не сокрушится от него, и паки другое Писание глаголит, возряд на него же пропадоша, бяк уже той жены многие издалече зрящие, я же и доша по Иисусе от Галилеи, служащий ему, ниже бе Мария Магдалина и Мария Яковля, и осии мать, и мать и сына Заведеево, позже же бывшу приди человек богат от Аримафея именем Иосиф, и житой учися у Иисуса, сей приступлю к Пилату просители сей Иисусова, тогда Пилат повели дать и тело, и прием тело Иосиф обитый плащаницею чистою, и положи ее в новин своем гробе, и же иссече в камени, и возвали в камень вели над двери гроба, а ты иди, бежит у Мария Магдалина, и другая Мария, сидящая прямо гроба. Я души, я всего помышления наше горцем.